Доброе утро, друзья! С вами рубрика «Утро в форме» и я ее ведущая Суркова Олеся. Приглашаю вас на сегодняшнюю утреннюю зарядку. Стопы параллельны друг другу, направлены вперед. Потянитесь макушкой вверх, плечи опустите вниз и почувствуйте прямой позвоночник, прямую спину. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Вдох, посмотрите вверх, в потолок, выдох. Опустите голову вниз, посмотрите в пол. Еще вдох, вверх, выдох, вниз. Добавляем руки, вдох, посмотрели вверх, поднимаем руки через стороны вверх. Ладошками потянулись также в потолок. Выдох, опускаем руки вниз, взгляд в пол. Еще вдох, наверх. Выдох, вниз. Вдох, наверх, поднимаем руки вверх, взгляд вверх и поднимаемся на носочки. Выдох, опускаем руки, пятки вниз, взгляд в пол. Еще вдох, наверх. Выдох, вниз. Еще вдох, наверх. Выдох, вниз. Опускаем руки вниз. Встряхните стопы, если затекли. И вдох. Стану к вам боком, чтобы было вдох. Руки через стороны, уводим ладони назад, сводим лопатки вместе, грудину вытягиваем вперед. Потянулись к солнышку. Выдох. Максимально скругляемся. Вдох. Вновь вытолкнули грудину вперед. Выдох. Скругляемся. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Возвращаемся в центр, макушку потяните вверх. Стопы на ширине таза строго смотрят вперед, параллельно друг другу. Вдох, руки через стороны, поднимаем наверх и чувствуем вытяжение обоих боков. Вдох, выдох, уводим таз назад, как будто садимся на стул. Копчик направлен в пол, живот подтянут. Если сложно держать руки на весу, вытянуть в потолок, переведите руки на мосты перед грудью. И давите ладонь в ладонь. Макушкой тянемся вперед, копчиком тянемся назад. Вдох, выдох. И здесь небольшая пружинка. Вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Опустите таз еще ниже, макушкой тянитесь вперед. Здесь статика. 5, 4, 3, 2, 1. Выходим вновь наверх. Встряхните стопы. Снимите напряжение и разведите стопы широко в стороны и направьте их в углы вашего коврика, примерно под 45 градусов. Вдох, вытягиваем руки через стороны наверх, смыкаем ладони вместе и вновь вытянитесь вверх. Подтяните лобковую кость на себя, живот хорошо, мышцы подтянуты. Вдох, на выдохе опускаем таз вниз на уровень колен, ладони на мосты перед грудью. Поза Рудрасана, поза богини. Вдох. Вытягиваем руки вверх, выпрямляем ноги. Выдох. Опускаем таз вниз. Как можно ниже, ладони перед грудью. И еще вдох. Выдох вниз. Вдох. Выдох вниз. Опустили таз на уровень колен, бедра параллельны полу. Руки переводим на бедра. Положение, вдох и мягкие скручивания. Правое плечо к левому колену. Выдох, возвращаем наверх. Вдох, левое плечо к правому колену. Выдох, наверх. Вдох, вниз. Выдох, наверх. Вдох, вниз. Выдох, наверх. Выпрямляем ноги, собираем мягко стопы. И также можно стряхнуть стопы, снимая напряжение с мышц бедер. И добавим немножко балансов. Покажу вам его боком. Левая нога опорная. Правую ногу поднимаем согнутую в колени, бедро в параллель с полом. Руки на мосты перед грудью. Макушкой потянитесь вверх. Спина прямая. Здесь вдох. На выдохе уведите корпус в наклон вперед. Ногу в параллель с полом назад. Пяткой потянитесь в стену позади вас, макушкой вперед. И в динамике. Вдох, наверх, выдох, назад.
Еще вдох наверх. Выдох. Назад. Корпус, нога, одна прямая линия. Макушкой тянемся вперед, пяткой тянемся назад. Еще здесь вдох. Выдох. Мягко правую ногу опускайте вниз. Переминайтесь правой стопы на левую, возвращая себе баланс. Правая стопа вновь опорная, левую ногу поднимаем согнутую в колени, ладони перед грудью намасте, макушкой потянулись вверх. Вдох, выдох, уводим левую ногу назад в параллель с полом, корпус также параллельным полом, за макушкой вытягиваемся вперед. Динамики, вдох, выдох. Еще вдох. И выдох. Вдох. Наверх. Выдох. Вниз. Остались в воине три. Еще здесь вдох. Выдох. Баланс на одной ноге. Макушкой тянитесь вперед, пяткой хорошо назад. Еще вдох. На выдохе мягко возвращайте левую ногу в коврик. Встряхните стопы, если они у вас затекли. На этом наша зарядка окончена. И я предлагаю вам лечь на спину, прикрыть глаза и остаться еще на одну минуту полного расслабления. А я с вами прощаюсь. С вами была рубрика «Утро в форме». И я ее ведущая, Суркова Олеся. Пока-пока!